61-летнего казанца подозревают в истязании своего пасынка. По версии следствия, в марте этого года мужчина подошел к лежавшему на диване 13-летнему сыну сожительницы и, оскорбляя его, сдавил ладонью его лицо, а затем, схватив за волосы, сжал их. На следующий день, также будучи пьяным, предполагаемый злоумышленник принялся таскать подростка по квартире за уши и волосы на глазах у матери. Свое поведение мужчина объяснил тем, что мальчик, вернувшись из школы, отказался сразу же делать уроки и хотел отдохнуть. О произошедшем мальчик рассказал социальному работнику, после чего уголовное дело было возбуждено по признаку преступления, предусмотренной статьей 117 «Истязание несовершеннолетнего».